Ну? Берем вот такую картошку, вот, берем проволоку и вот так вот вставляем в серединку. И у меня будет такой робот. Вот такой у нас получился картофельный. Картофельный рот. Попробуй это. О, да. Ой, только он гнется сильно. Ребята, делайте проволоку потолще. Если будете делать. О, да. Ну, подожди. Стой, надо же ноги сейчас сделать ему, то он стоять не может, видишь, он падает постоянно. Сейчас возьмем картошку, которая у нас осталась одна. Ну, это маленькая, наверное. Мы нам сейчас большую картошку возьмем, а? Да, давайте возьмем какую-то большую картошку и соберем этого робота. Вот, видите, он на руках стоять может, даже отжиматься. Видите, как может стоять робот? А он может? Ой, уже распластался. Мы берем вот такую картошку. И сейчас мы ее пополам разрежем. Сделаем из нее ножки, чтобы робот мог ходить, чтобы стоять хотя бы мог. Смотри, ну положи эту машинку, Кирюша. Да нет. Ну, потом ее. Сейчас мы сделаем этого робота, а потом будем уже собирать, разбирать и будут они биться. Хорошо? Я сам разберу. Хорошо, ты сам разберешь машину? Все, договорились. Его лапы будут. И будет такой у нас робот. Такой геркулес картофельный. Не похож. Так, сделали вот такую петельку. Есть. Хочешь, я принесу вот геркулес, покажу. Не надо. У нас свой геркулес. Нет, это не геркулес. Геркулес. Нет. Нет. А давай его назовем Гэпхаус. Ты же хотел его назвать. Как ты хотел назвать его? Картофельный Боб хотел назвать Нет, его? Нет, я хотел его назвать Гэпхаус. А давай, подожди, давай на картофельный Боб назовем его. Картофельный. Боб, да, давай картофельный Боб. Картофельный Боб. Это картофельный Боб. А кто победит? Кто? Вот такой у нас получился картофельный. Кто лучше, картофельный Боб? Как ты думаешь? Ну? Ну? Вот кто лучше. Кто? Пожарник? Робот-пожарник лучше? Скажи, робот-пожарник лучше или картофельный Боб? Робот-пожарник. А почему он лучше? Потому что такой... У него... Вот, видишь, золотая штучка.
Так смотри, какую нам красивого робота Боба сделали, сынок. Посмотри на робота Боба. Вот он стоит. Посмотри на него. А ну, да, посмотри. Что, некрасивый робот Боб? Так красивый. Ну, видишь, у него даже руки шевелятся. Он стоит, смотри, какой у нас монстр такой. Геркулес получился картофельный. Не монстр, Геркулес, а Гэбхаус.